Всем привет, мои дорогие зрители! Подготовил я для вас две очень яркие, красочные, светлые темы, которые должны вам понравиться. Давайте я вам сейчас их покажу. Настройки, темы, личный кабинет, темы. Первая тема, она называется SeaBoot 3MDS. Применяем ее, ждем пару секунд, телефон ее под себя адаптирует. И сейчас будем смотреть. Смотрите, насколько яркая, красочная, светлая, приятная тема. Здесь у нас необычные ярлыки наших приложений. Они идут треугольные с округленными краями. Довольно-таки все индивидуально и интересно смотрится. Меню уведомлений у нас здесь интересное. Смотрите, красного цвета, если функция активна. Так, настройки у нас. Темного цвета, ярлыки приложений, шрифт, в общем-то, в основном белого цвета. Вызовы у нас тоже на темном фоне. Так, экран блокировки. Здесь у нас вот такой вот простенький экран. Но когда мы включаем зарядное устройство, то у нас появляется индикатор. Индикатор зарядки. Смотрите, как красиво и сочно смотрится, когда происходит заряд нашей батареи. Классненько смотрится, мне очень понравилось. Давайте я вам покажу вторую нашу тему, которую я для вас подготовил. Смотрите, тоже она очень светлая и яркая. Называется просто Now. Применяем эту тему, ждем пару секунд. Ярлыки наших приложений есть как круглые, так и квадратные с закругленными краями. Меню уведомлений вот такое вот светлое. Настройки тоже все стандартное, светлое. Вызовы у нас стандартные, присутствует зеленый цвет. Галерея у нас здесь тоже стандартная, светлая. И экран блокировки идет у нас немножко анимационный. Видите, оп, когда мы только включаем разблокировку, опускается шторка немножечко. Ну, то есть, таким образом, немножко подвижная. Можно здесь вставить даже название, которое вы захотите. Вот вы просто нажимаете сюда несколько раз. Вот так. Можете вставить название сюда. Когда мы вставляем заряд батареи, то имеем вот такой вот индикатор. Видите, он пульсирующий идет, бело-зеленый. По-своему красиво смотрится. Отличная тема, она мне очень нравится своей светлостью, своей красочностью. Здесь ярлыки наших приложений тоже разноцветные, смотрите. Потому что много белого цвета, поэтому они кажутся слишком разноцветные. Надеюсь, ребята, эти две темы вы оцените, поставите свой мощный лайк под этим видео. Спасибо всем за внимание, всем успехов!